Всем привет! Сегодня готовим пирог на ореховом тесте. В тесто входят орехи, пирог получается вкусный, большой, рыхлый, такой ароматный. Печется он очень просто. Предлагаю вам сегодня сделать такой пирог. Берем формочку диаметром 20-21 сантиметр в диаметре, дно и бока устилаем пергаментом. Духовку разогреваем на 180 градусов и начинаем готовить. Мне понадобится блендер и 100 грамм грецких орехов, не обжаренных, обычных. Берем 4 яйца, добавляем сюда щепотку соли. И все это начинаем взбивать, чтобы масло увеличилось в объеме и посветлело. Засыпаем сюда сахар, сразу весь, еще взбиваем пару минут, чтобы сахар максимально растворился. Заливаем растопленное сливочное масло. Перемешиваем. В муку я добавляю разрыхлитель. Немного вот так вот мешаю. И сразу все отправляю сюда в тесто. Перемешиваю. Пока еще мука не до конца вмешалась, добавляем сюда орехи и добавляем сюда 100 грамм сухого изюма, помыть заранее и обсушить. Вот так. Можно добавлять сушеную вишню, например, не только изюм, или какие-то другие сухофрукты. Но с изюмом вкуснее всего. Так, перемешиваем. Получается вот такое тесто на пирог. Духовка, кстати, к этому времени уже должна быть разогрета на 180 градусов. Тесто перекладываем в формочку. Вот так. Тесто получается такое плотное, тяжелое. Распределяем вот так вот, чтобы не было горкой, а было вот так более равномерно. Оно и так будет хорошо подниматься. Все, отправляем в разогретую духовку. Выпекается он в районе часа, нужно проверять деревянной палочкой. Если у вас не горит духовка, можно 200, если горит 180. Может быть так, что ваша духовка будет печь чуть-чуть дольше или чуть-чуть быстрее, чем моя. Просто проверяем. Пирог пекся ровно 1 час. Значит, я его чуть-чуть оставляю на столе минут на 10, чтобы формочка немного остыла, уж больно она горячая. Открываем форму, снимаем пергамент и даем пирогу постоять минут 15. Немного сахарной пудрой. И подаем. Разрезаем еще тепловатый пирог. Ореховое тесто, оно очень вкусное. Посмотрите, какой он получается рыхлый внутри. Красота. Изюмчик дает сладости. В общем, это очень вкусный, хороший рецепт. Обязательно приготовьте. Напишите рецепты своих ореховых пирогов. На моем канале есть масса вариантов пирогов. Я очень люблю пироги с орехами, ореховые начинки. Попробуйте поэкспериментировать, сделать сушеные вишни, например, не только с изюмчиком. Пушистый, высокий, такой ароматный, пахнет орехами. В меру сладкий. Пирог получается очень вкусный. Поэкспериментируйте и сделайте с сушеной вишней, например, или с вяленой вишней. Будет очень вкусным. Все, всем приятного аппетита. Ставьте лайки, делитесь этим видео, присылайте рецепты ореховых пирогов.